Шифер с крыши упал и помял козырек на правобережье Красноярска. Обрушение произошло над первым подъездом жилой пятиэтажки на улице Одесская. Никто не пострадал. В момент обвала людей поблизости не было, но, по словам очевидцев, чуть позже из этого подъезда вышла женщина. Подход к подъезду оградили лентой. На место приехали рабочие, разобрали завал. В доме идет капитальный ремонт крыши. Рабочие меняют кровлю, снимают старый шифер. Подрядчиком выступает компания «Реставрация СТК». Комментарии от представителей компании получить пока не удалось. В Министерстве строительства края объяснили, что до понедельника козырек будет восстановлен за счет подрядчика.